Друзья, всем привет! В эфире Gangnam TV. Сегодня мы идем в аквапарк, который называется Caribbean Bay. Он находится недалеко от Сеула. Час езды. Посмотрим гигантский парк на открытом воздухе. Поэтому зайдем вовнутрь, мы посмотрим обязательно. Посмотрим на все аттракционы, которые здесь имеются. Ну что ж, ребята, мы внутри. Тут у нас wave pool. Вот, как вы видите, вдалеке волны. Здесь народу очень много. Сейчас я вам поближе покажу. Тут очень много мест, где можно поесть, попить. Отдохнуть с детьми. Вот. Вот там вот вижу огромную горку. Сейчас посмотрим, что это такое. Домики, они абсолютно бесплатные, то есть можно разместиться с семьей, привезти матрасы и находиться здесь целый день. Мы сегодня собираемся здесь до 5 вечера. Вот, так что мы сегодня облазим весь этот парк. Самый страшный аттракцион в этом парке. Вы становитесь вот в ту будку, и вас ждет практически свободное падение несколько долей секунд. Те, кто страдает клаустрофобией, я настоятельно не рекомендую пользоваться этим аттракционом. Что, пойдем дальше? Но вот здесь у нас катаются на ватрушках, но здесь просто гигантская очередь. Вот там вот видите, снизу очередь идет по всей лестнице, вот так вот наверх до самого верха. То есть стоят, наверное, я думаю, часа полтора здесь точно нужно. Во многих аквапарках оплата за услуги, за еду и за питье происходит после выхода из аквапарка. То есть вы подходите вот к киоску, например, с кукурузой, покупаете ее, и на вас насчитывает деньги. Соответственно, будьте осторожны, потому что дети здесь просто срывают с катушек и покупают все, что хотят. А лимиты, кстати, здесь не выставляют. То есть насколько купят, настолько это купят. Thank you.
совершили короткую экскурсию по парку Caribbean Bay, который находится в пригородах Сеула. Я с вами прощаюсь. Приезжайте сюда сами. Это, в принципе, недолго и недорого. Проведите здесь отличный день с семьей, друзьями. Я думаю, что это отличный повод, чтобы встретиться. А я пойду кататься, потому что нужно занять очередь. У меня еще в запасе 4 часа, я надеюсь попасть хотя бы на 2-3 аттракциона. В общем, я с вами прощаюсь. В эфире был Кангнан ТВ. До новых встреч, ребят. Пока.